Всем доброе утро. Сегодня мой завтрак будет вот таким. Испекла оладушки такие небольшие. Дети попросили, так бы для себя я их не стала печь. Порезала себе грушу и йогурт. В общем-то, такой у меня сегодня фруктовый. Чаще всего я на завтрак ем овощи, там яйцо, но сегодня вот так. Тоже мне нравится такой вариант, насыщает хорошо. Я пью цикорий. Со сливками и с омегой. В течение 11 лет уже ежедневно принимаю омегу. А вообще вот насчет кофе. У нас вот такая кофемашина. Но для меня кофе из нее слишком крепкий. Поэтому обычно я пью растворимый, а сейчас пока вообще цикорий. То есть мне нормально. Я не прям кофеманка. Я подкрашиваю себе корни. Немножко отросли, мне уже не очень комфортно. У меня вот такая краска. Фитоколор, она без аммиака, потому что я не хочу очень портить свои волосы. Но и то мне приходится брать окислитель 6%. Я взяла из этих красочек, потому что у меня седина, она не по всей голове, но вот в самых заметных местах, вот здесь она есть. И 3% окислителем она не берется. 7.0, 7.3, и немножечко я добавила 6.0 краски, потому что у меня же не очень светлые волосы, и у меня были окрашены тоже тем же цветом волосы. Посмотрим, что будет. Я думаю, будет примерно то же самое. Вначале немножко потемнее, потом смывается. Я сейчас иду на Wildberries, у меня там несколько заказов. Заберу. Вот такой цвет волос получился. Седина все равно не закрашивается полностью. Даже на 6% окислителе. Такая она вредная, противная. Потом приеду домой, покажу, что купила. У меня собака. Королева приколов. Идем. Она привыкла на людей постоянно. Она на людей лает. Когда люди ходят, она себя в зеркало не видела просто. Что она себя представляет, не в курсе. Сейчас идем. Доберман идет. На поводке с хозяином. Хозяин его держит. Это красавица, как давай на него кидаться. Ну, тоже на поводке, естественно, она у меня. Я от нее в шоке. Добермана решила напугать. Нюша! Нюш, ты хотела добермана напугать? И что? Он тебя испугался? Ты самая страшная, самая серьезная собака. Ты самая серьезная собака. Да? Ходят тут всякие. Машина. Стой. Машина. Вот. Ходим немножко, гуляем. Погода сегодня у нас более-менее теплая. Ой, у меня слезы текут от ветра.
А, у меня собака, кстати, ждет солнечных зайчиков. Она привыкла, что дома телефон пускает солнечных зайчиков. И тоже на улице ждет. Нюша, их нету. Ты зайчиков ждешь? Нету зайчиков. Пойдем гулять. А в четверг у нас должно быть плюс 19. Я так хочу плюс 19. Сейчас, честно говоря, без шапки немного прохладно. Вообще в капюшоне сейчас все было. Но ветер дует, он снимается. Все. Давайте покажу, что я купила на Wildberries. Вот такой горшок для цветов, глиняный. Ну, он красивый такой, стоит вообще недорого, 562 рубля, по-моему. Но он очень-очень тяжелый. Он прям очень тяжелый, реально. Он сделан из глины. Так, следующее, я купила себе вот такие бутылочки с дозатором. Две штуки в наборе, 400 с чем-то рублей. Вот смотрите, в одной такой дозатор, то есть он будет струей выпускать, да, жидкость. И в другой бутылочке уже брызгать будет. Это я купила, я хочу из аптечных средств там тоник сделать, только мне нужна еще минеральная вода. Потом купила патчи. Смотрите, вот Green Tea, по-моему, это китайские. Хотя я не уверена. Но смотрите, очень хорошо были упакованы. Во-первых, сама вот эта коробочка была запаяна в фольгу, в слюду, да? И открываем, и здесь тоже запаяно. Сейчас я открою. Они такие зелененькие должны быть. Так, вот я открыла. Очень хорошо защита, очень хорошая. Два слоя, в общем-то, защиты. Опа. Вот. Ну, вот так жидкости на вид в них не очень много, но сами. Так они, конечно, сами влажные. Посмотрим. Должны увлажнять. Ребенок пропал, и ребенок общал. Самое главное, что я всегда жду от патчи, это увлажнение. И вообще от любых средств самое главное, чтобы они мне увлажняли. Сейчас закрою. Матча и алоэ, гиалуроновая кислота, коллаген. Надеюсь, они мне понравятся. И купили дочке вот такие вот. Ну как купили? Купили, заказали, но они оказались ей маловаты. Будем перезаказывать. В школе она хочет в них ходить, на сменку брать. 39 размер, маленькие, впритык. Также был в заказе у меня вот такой очистительный гель для умывания. Это я заказала сыну, просто сняла сразу, потому что я знала, что по приходу домой он все сразу заберет. И вот такой крем Nivea для рук и для лица, тоже сыну. Еще я купила вот такой ополаскиватель для полости рта. На него были очень хорошие отзывы. Мне просто что-то мои все стандартные надоели. Захотелось чего-то, что я еще не пробовала. Концентрированный вроде ополаскиватель. О, брызгает даже. Я люблю, кстати, вот такие. Не то, что освежать дыхание, а именно после чистки зубов я использую на ночь и утром. В общем, после чистки зубов. Так. Патчи для губ. Ну, это просто такое баловство. Интересно было. Ну, захотелось. Я ж девочка. Я люблю наклеить патчи везде. Походить так вот, побаловаться. И еще одно. Вот такие сережки. Это бижутерия. Недорогая очень. Я люблю иногда, вот сейчас просто такой период, что я люблю вот такие круглые сережки.
Раньше я очень любила длинные висячие, покупала их. Теперь они мне просто лежат и, кажется, может быть, выкинуть, а вдруг мне потом на самом деле еще захочется их поносить, хотя у меня там уже кругленькие вот такие сережки. И еще есть у меня одни сережки, мне их подарила сестра. Такие. Сейчас, кстати, я их померяю. Заказали пиццу детям, я не буду. 23 сантиметра, в общем, пицца маленькая. А я не ем.